готовить. А, всем привет, приветствую вас на моем канале. Сегодня будем отличную баранью ножку готовить. Я бы сказал, ножка ягненка, потому что барашек был очень молодой. Сегодня будем готовить в духовке с различными специями. На гарнир у нас будет картофель, подушку мы будем из овощей делать. Ну, в общем, сейчас все, как всегда, вам буду показывать. Ребят, еще один такой вопрос, вернее, я бы сказал, момент. Разделал я, все почистил ногу, убрал все лимфоузлы лишние. Сейчас мы будем ее начинять. Начинять мы ее будем слегка чесноком. Для сочности я еще хочу добавить курдючное сало. И из приправ будем использовать розмарин. Для начала тут небольшими кусочками буду резать курдюк. Чесночок также будем использовать. В мясе ноги делаем такие отверстия. Буду добавлять небольшое количество курдюка. И также будем сопровождать его немного чесноком. Так, начиняем всю ногу. Закончил с чесноком и курдюком. Немного масла добавим, оливкового. Просто для того, чтобы прилипли приправы хорошо. Розмарин. Конечно же, свежий розмарин. Это было бы лучше. Смотрите, закрываем его. Но есть одно но. Видите, я напичкал его специально внутри, чтобы снаружи была отличная корочка, не повреждена. Я имею в виду, чтобы он не торчало там. Это все, эти все дела. Здесь также розмарин. И, ребят, куда без соли, обязательно хорошенько подсаливаем. Нога более-менее большая. Провтыкал внутри. Сейчас мы этот моментик исправим быстренько. Здесь также хорошенько все посолим. Вот, отлично. Для подушки также будем использовать овощи. Это лук, один чеснок, выкладываем на противень, предварительно пергаментную бумагу положил, также морковь, наверное, соломкой порежем ее. Друзья, укладываем ногу. Возьмем еще немного острой паприки. Прям не стесняясь, в свободные места здесь будем готовить картофель. Добавим немного помидор. Перья лука. Обязательно чеснок. Картофель, он зайдет очень отлично. Картошки также добавляем копченый курдюк. Картофель приправим немного сушеным тимьяном. И в конце присолим. Друзья, на данном этапе наша задача, у нас как бы мы сформировали полублюдо, которое будет запекаться уже в духовке. Наша первая задача — придать ему немного корочки, чтобы оно было как бы с корочкой. И потом мы накроем фольгу и доведем до готовности полностью целое блюдо.
Сейчас буквально на 20-30 минут придаем корочку. И дальше полтора, приблизительно 2 часа, мы будем, наверное, полтора часа будем выпекать под фольгой. Корочку мы будем проводить приблизительно 180 градусов, должно быть в духовке. А когда уже накрыта фольгой, приблизительно чуть меньше 160. Друзья, прошло буквально полчасика, зацените, какая отличная корочка. Сейчас будем накрывать фольгой и доводить до полной готовности. Наконец-то приготовилась, запах просто обалденный. Открываем фольгу. А, вот это красотища, запах, конечно, неимоверный. Друзья, отличная баранья ножка готова. Сейчас будем разрезать. Но перед тем, как дегустировать, хотел бы сказать вам отдельное спасибо за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите пальцы вверх, пишите комментарий. Картошечка с овощами запеклась. Баранинка, конечно, запах просто обалденный. С чесноком. Смотрите, какая сочная. Мясо. Класс. Соус. Ребят, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Обязательно оставьте комментарий, пальцы вверх. А так, всем пока, до новых встреч.